День знаний для жителей Дайханского объединения Иргаш-Салтана в Хатлонской области Таджикистана стал двойным праздником. Сегодня свои двери распахнула новая современная школа, носящая имя великого туркменского поэта Махтум Кули Фраги. К церемонии открытия по видеосвязи присоединились президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В своем поздравительном обращении президент Туркменистана отметил, что эта школа была построена по инициативе председателя Халк Маслахаты Туркменистана. Это является ярким примером заботы государства о народе, в частности, о молодом поколении. На церемонии совместно выступали туркменские и таджикские артисты. В ней приняли участие официальные лица двух стран, дипломаты, журналисты и сами жители. Сердце готово выскочить из груди, а на глаза наворачиваются слезы. Еще год назад я присутствовал при заложении фундамента с участием национального лидера туркменского народа, а сегодня мы уже видим новую школу, которая уже приняла своих первых детей. Словами не передать, как я горжусь тем, что нас помнят. Спасибо герою Аркадагу и президентам обеих стран. Школа, построенная туркменской компанией Давлет Гурлушик, оснащена всем необходимым для комфортного обучения. 24 просторных класса, современная лаборатория, библиотека, спортивный зал, столовая на 220 мест и футбольное поле. Для нас это огромное счастье и большая ответственность. Школа рассчитана на 540 учеников, и в две смены мы сможем обучать здесь 1080 детей. Мы все надеемся, что наша школа станет не только местом получения знаний, но и домом для наших учеников. Туркмен халкының милли лидері Қахриман Арқадағын, Арқадағылы Қахриман Сердарын, жанлары сақ олсын, өмірлер ұзақ олсын. Тұтпиян тұтымлы ішлері хемеше ровасықлары бесенсін. Дұғынлық байдағы күйчілік оларда Тәжікстан Туркменистан яшасын. Дұғынлық айдымы юрек ділерді Тәжікстан Туркменистан яшасын. Большинство жителей – туркмены, поэтому в школе будут изучаться все общеобразовательные предметы на туркменском языке, а также туркменская литература. В этом году сюда пришли учиться 64 первоклассника и всем без исключения подарили ноутбуки за счет благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова. Особое место в церемонии открытия заняло возложение цветов к памятнику великому поэту Махтум Кули Фраги, установленного на площадке перед школой. Это стало данью туркменскому поэту и философу в год его 300-летия. Вот конкретно этот памятник изваяли не мы, а коллеги по цеху известного скульптора Туркменистана Саракта Бабаева. Они же и установили ее. Открытие школы имени Махтум Кули Фраги – это не просто открытие нового учебного заведения, это инвестиция в будущее двух народов. Выпускники этой школы в будущем внесут свой вклад в развитие двух стран.